Я очень поражена тем, что здесь происходит. Атмосфера просто неимоверная, болельщики. Я не ожидала, я не выступала на Европейских играх, и я просто не ожидала, что у нас люди могут настолько болеть вообще и восхищаться легкоатлетикой. Я в полном восторге. Немножко больше ответственности, потому что все-таки ты дома, и твои родственники, родители, да и вся Беларусь за тобой смотрит, и прямой эфир везде. Мы уже давно показали, что мы способны принимать любого уровня соревнования, и вот доказательства прямо перед вами.